Гульжан Анарбаева недавно стала ответственным секретарем Кокойского и Лукмэту Таласского района. Ранее на протяжении многих лет она работала здесь специалистом. У нас в Айлук-Мэту работа ответственного секретаря, землемера и соцработника считается наиболее тяжелой, потому что взаимодействовать с населением не так-то просто. С 1 августа была повышена заработная плата специалистов Айлук-Мэту. Эта новость приятно удивила нас, говорит специалист Кокойского Айлук-Мэту Венера Боркеева. У нас нелегкая работа, мы решаем социальные проблемы населения, также собираем налоги. Не все граждане воспринимают это правильно. По предварительным данным наших бухгалтеров, если я обычно получала 17 тысяч сомов, то скоро получу 33 тысячи, младший персонал получит в среднем по 16. А у главы Айлук-Мэту зарплата составляет 18 тысяч сомов, теперь будет получать 35 тысяч сомов. Повышение заработной платы специалистов в Айлук-Мэту вселило надежду на то, что у нашего государства хорошее будущее, говорит аксакал села Кокой. Я верю в то, что у специалистов Айлук-Мэту тяжелая работа, также я рад, потому что у нас в стране происходит ряд хороших изменений, повышают заработные платы госслужащим. Основная цель этого решения – материальное стимулирование и создание условий для повышения результативности и качества работы государственных и муниципальных служащих страны, а также привлечение высококвалифицированных кадров и снижение рисков проявления коррупции в секторе государственного управления. Азирек Ахматова, Салика Зариева, Ильхан Арсенбеков, Алатау 24, Таласская область.